сегодняшний элемент, который рассматриваем, парирование к себе, движение направлено к себе, нижний уровень и верхний уровень, к себе, не у себя. То есть, когда идет укол, я затягиваю, затянуть. Если я пустыми руками делаю, вот он идет, к себе. Я не отталкиваю вперед, я не отталкиваю в сторону. Моя задача как бы зацепить и протянуть за собой. Либо в этом варианте, либо в этом варианте, чтобы выйти к этому углу. То же самое будет, когда наносится удар кулаком. Раз. Я парирую к себе. Тоже журавлиное движение за счет поворота кисти. Движение идет как бы к противоположному виду корпуса, соответственно, мы убираем. На верхнем уровне получается то же самое. Движение к одному уху, ко второму уху, к одному, ко второму уху. Если колешь раз, два, раз, два. То есть, соответственно, боксерский вариант. Раз. Ну, локоть здесь, как дополнительный бонус, он направлен должен быть вперед. То есть мы не заканчиваем здесь, это не пассивная защита, ожидание удара. Это опять же зацеп и втягивание на себя. Зацеп и втягивание на себя с любой последующей контратакой. Два варианта защиты, когда идет атака в корпус. Мы можем и просто уйти, либо мы можем янь жестко встретить. Глупость полнейшая, когда вы делаете одновременно и то, и другое. Именно жесткая встреча при правильном воздействии позволяет вам войти в противника, независимо на каком уровне производится атака. Это возможно с длинным ножом, с коротеньким ножом вот это не выполняется. Там, скорее всего, если будет вариант, допустим, короткое лезвие, то вот работа пойдет предплечьем. Следующий вариант, который более подробно уже показывал, это журавлиный поворот, встряхивание. Отсюда движение пойдет либо наружу, либо внутрь. Дистанцию и войти в противника.